Ну, как планировали, идем брать нычку дьявола. Нычку дьявола пускай брать. Так. Нам тут на все цепи хватает. Так, Салмира пока спрячем. Не слито. Нам тут герой понадобится. Подвозчик на следующий день, конечно. Так, лага. Кто кого одолел? Или ололол? Ой, змей. Так. Да, решил брать нычку. Чё, а чё бы нет? Постараемся взять нычку и медузятню этим ходом. Так. Здесь, наверное, станет замок. Лагар. Не дойдем, ну и ладно. Здесь куда-то тоже надо побежать. Ну, он, да, хвалился, что может взять утопу, но не знаю, ему он говорит, то ли на этот день, то ли на следующий день. Так, ставим ли мы замок здесь? Вот в чем вопрос. Или ставим питов? Я думаю, наверное, питов ставим. Давай питов поставим. Сколько уж этот Гунар вот теребил, давай, давай, давай срочно. Вот только загрузили, ход сделал, сразу же ему надо отойти по работе. Ну, на 20 минут. Ну ок. Че, неужели время ХС запускать? По магии? Да. Книжки даже нет. Если серьезно, то вообще ничего нету. Идея у меня вот эту Пандору взять, пытаться. С Алмиром. Мне надо было уволить этого гремлина. На 1-3-1.
Я думаю, это хорошая идея. Также идея есть вот сюда ворваться, взять тюрьму и ложка хотя бы запустить на разведку с этой тружи угловой. Потому что не знаю, что там за это. Сейчас мы здесь возьмем это, обзорку, чуть подсветим, что тут у нас есть вообще хоть. Потому что единственная дорога, которая есть, она нашлась у нас, вот она идет. От компа, и вот вся дорожная сеть, видимо, завязана вот на этом, на этом вот проходике. Потому что, ну, так с дорогой на 6 ЛМ-10, ну, это жесть просто. Какое-то издевательство. Я, если честно, еще вчера был готов партию эту сдать. Ну, поиграем еще раз. Раз есть еще возможность, за счет чего можно выиграть, то будем играть. Все-таки турнирная игра. Хотя так жалко время на нее. Тут можно было, по идее, вот после того, как увидел вот такой вот выход, тут можно было сразу же ливать. Поэтому у нас конец второй недели, у нас нет, в принципе, вообще ничего. За счет чего тут можно выиграть? Ну, русские не сдаются, русские экономят время. Понимаешь? Ладно, пока он там отошел. Да, Пандорка может быть норм, поэтому Салмир с мудростью уже заряженный под нее там готовится. Вот и ты. Присаживайся, угощайся. У нас Катаренко начата. Продолжим. Вчерашняя арена, если кому интересно, закончилась 10-3, которую мы начали на стриме. Утер. Я буду сражаться с честью. Не стоило напрашиваться. Оппонент долго думает. Здравствуй. Кстати, поля боя уже вернули в привычный старый стиль. Какая встреча? В чем разница между ареной и приключением? Арена — это специальный вид игры, где колода составляется из случайных карт. Не таких, каких ты хочешь, а случайных. Приключения — это игра против компьютерных боссов, для получения неких карт. Вот вся суть приключений. Пушку истратить тебе не надо. Что же делать? Здесь снегочуху поставить, или снизня вообще поставить. Пушку. Ну давай, наверное. Вот с монетки у него сейчас еще второй дроп пойдет, другой. Хороший, наверное, какой-то. Ну давай, ладно. Пока так. Хотелось, конечно, этим книгачухом ему лицо морозить. Ну. Я на страже. Во-во-во-во.
если учиться, надо сначала пройти базовое обучение. Тут, когда регистрируешься, обучение проходишь. Научился играть, прошел, открыл героев всех и вперед покорять ладдер или арену. Вообще советую новичкам играть арену. То есть арена стоит 150 золота, но на арене ты можешь заработать больше золота, заработать комплекты карт и получить необходимые карты. Пока карт хороших нет, в ранке вставаться смысла особого не вижу. Поэтому аренки, аренки отличная тема. Жду приказаний. Ну капец. Да не скажи, Тань, я вот когда начал играть в ХС, вот я учился целенаправленно играть арены. Почему? Потому что я понимал, что смысла даже нет. Я первые 3 месяца в рейтинговые игры вообще даже не совался. Ну а что там делать? А арена, ее вполне можно играть в хороший плюс. Что приказание? Поэтому... Надо, я убежден, что надо новичкам играть арену, тогда у тебя будет и карты, и все, что хочешь. Однажды я стану рыцарем. Северные волки готовы к бою! Ну, чувствую, на этой аренке мы отъедем быстренько. Там сейчас, если Flamestrike не даст этот кудесник, сериал, мы отъедем. Что хочешь, то и получишь. Без опыта мало шансов, да, но это же не говорит, что не надо учиться. Надо как-то стараться. Надо смотреть. Я вот когда начинал, я смотрел стримы по арене. Мне интересно было разобраться. То есть обзор карт и прочее. Арену не так сложно играть на самом деле. Тут не надо шибко ничего придумать. Просто ты играешь, что дают. И выигрываешь. Что приказание? Сейчас мне Flamestrike дадут. Мы переломим игру. Если не дадут Flamestrike, ну, соответственно, легко отъедем здесь. Ну, хотя мне уже почти летал здесь. Да, Flamestrike не дали. Так. Ну, можем еще понадеяться на айсблок. То и получишь. Есть барьер. Это бесполезно. Этот не получится. Советую, вот кто начинает играть, советую гайды по арене всякие читать. Обучающие по арене видео смотреть. Особенно, где сравниваются, какая карта хорошая, какая плохая. Пик карт, выбор героя на арене, это основное вообще. Сейчас меня тут нагнут. Соберем еще одну аренку. Иди сюда и сражайся! Неплохо сыграно. Привет.
Да что-то не дошло, я тебе написал скоро. Идет запуск! Порталы открыты! Ну а ты не чтобы ну тогда не знаю, ничего не скажу. Покупаешь или продаешь? Ну там остается поэтому. Можешь взять что-нибудь какое-нибудь на приготовление. Ну вот, не так и так, продолжаем шлепать картонки. Так, сейчас будет хорошо с ПМК нам зашел, но его нет. О! У нас же есть это. Я служу крылу. Там уже дракон зашел. У нас неожиданная синергия с драконами образовалась. Я хотел кудесника поставить. Да. Ну, вообще, суть арены, надо понимать, что на что разменивать. Контроль стола и, соответственно, легкая победа. Что хочешь, то и получишь. Смерть меня не страшит! Посмотрим, что нам выпадет. Фаерболом добьем вверх. Сейчас я и не спрошу. Если он сейчас так затрейдится, нам хорошо. У него карт меньше. Ну, он так, конечно, будет. Но у нас факел есть, мы его можем факелом. Оруженосец, со мной! Я готов, сэр. Поставим училку, чтобы извлечь пользу от заклинания. Классики так ударим. Я готов учиться. Сейчас я его устрою. Ну, можно было в лицо, наверное, ударить. Тоже не ошибка бы была, думаю. Но я думаю, я понадежнее хочу сыграть. Ух ты. Какие серьезные ребята. Давай-ка что мы найдем овцу. То и получишь. Спасибо. Я готов учиться. Занятие начинается. Ну, сейчас он либо вот эту разменяет, либо вот этого. Но у нас все равно что-то останется. Следующим ходом мы Кракена поставим. Покупаешь или продаешь? Ух ты, ёпрасоты. Моя работа крайне важна. Отстань. Он прикалывается прям жестко.
Сейчас я им устрою. Против меня один Асприз с этим камнем сыграл два майн-контроля и поставил себе двух морских великанов на халяву. Не морских, этих ледяных. Ну какой, он вообще на все ответ нашелся. Ну ладно. Будет летало какого-нибудь случайного. 12 и 6, 18. Можно так разменять, а можно два этих отдать. Можно поставить вот это и вот это сыграть. И здесь забрать. Так, один оставить. Я, наверное, так, наверное, сделаю. Интересно. Вот так. Сейчас мы Акалита реализуем. С него карт наберем. У него хотя бы меньше карт в руке нету. Сюда и сражайся, Крус! Давай попробуем сначала взять карту. Сделай мне больно. Тебе вчера делал, еще карту. Возьму вот этого папашку. Ранее сил. Значит, я вдвое сильнее. Я учусь. Здесь очень крутой чувак. Мы с его помощью разгоним до заклинания до каких-то нереальных размеров. Если нам что-то обнаружена магия. Тут у нас уже летал. Кунаром обозвал. Че, я ошибся, что ли? Сейчас посмотрим. Блин, ну правда, сейчас поправлю тогда. Спасибо, что сказали. Поправим. Так, сколько у нас? 6 плюс 7. Летал. Я учусь. Победа или смерть. По ним там ходить не начал случайно, а вроде ходит. Ладно, раз оппонент ходит, переключаемся на героев, поправим сейчас ник оппонента.
на стриме вовсю слышно. Думаю, вот этот телефон. Так приходит сообщение. Ну да ладно. Продолжаем. Я думаю, что может быть в этой треже вкусного? Пару ульев, утопа. Так, ну, оппонент пока не светит параметры. А тем временем фиолетовый догнал его по замкам. Самое, конечно, обидное, что он захватил компас своего родного, и там уже, возможно, на 1-2-7 тоже поставят птиц. И... Картинку, что ли? Картинки нет? Серьезно, что ли? А, извините. Извиняюсь. Хорошо, что сказали. Все, поехали. Наш ход как раз пришел. Ничего не потеряли. Коняшек. Ой, ё-моё. Тут еще хуже получается. Развилка. Я не знаю, мне просто такого просто плюнуть хочется и забить вообще на эту игру. Что это бред. Игра надо мной издевается вообще, как хочет. Так, надо все арты отдать. Есть 4 гарпии, да? Смысла в этих бесах даже нет никакого. Берем ничку. Без изи, без потерь. Кто-то хотел дьяволов. Я думаю, медузятинку также мы изи не раскатаем. Что-то мне, если честно, супер не туда лезть. Так
если что, сейчас с дьяволом сам там туда-сюда сбегаем, ну, большая, большая, маленькая, маленькая. И это, наверное, лучше по-другому сделаем. Чем ее взял? Ничего стоить не будем. Рынки можно было построить. Нет, у нас выходы как классические, то есть односторонники, у нас нет изменений. Были бы выходы, работали как нормальные, тут бы мой расклад бы, возможно, заиграл бы совсем по-другому. Я бы вот это все бы собрал бы, компап забрал. Да, Гремлина, кстати, да, жалко все еще удалять, надо точно, я про него забыл. У меня Салмир пока не планирует выходить, он здесь сидит, ждет своего часа. У нас сейчас пока другой план. Мы сейчас вот это все награбленное должны притащить как-то, каким-то образом. Сюда, если медузятню возьмем здесь сюда, здесь купим, возьмем сюда, потом пройдем сюда.
пойдем сюда, пойдем сюда, возьмем, зайдем сюда, откроем тюрьму и передадим сюда. А отсюда уже выйдем на дорогу в какой-то веке. Вот такой план капкан. Я даже пока не хочу гадать, куда эти дороги ведут. Потому что мне страшно просто. Такого респа. Вот этот выход к компьютеру, к моему. Или нет. Или вот это он. В общем, не важно. Пойдем сюда. Ну просто какую мы медузятню возьмем? Я думаю, минималку-то легко. Два дьявола, три ангела. Единички. Должны. Зато мы тогда купим здесь и вот это мясо. Возьмем еще вот эту медузятню. Она большая. Интересно, кто здесь будет охранять. Ну, что там. Герой-то понятно, ну, говно. Что, может, здесь какие-то улики есть. Нет, также никаких там супер параметров не светит. Брона зато параметры у оранжевого. У Гунара два города всего. У нас больше городов. В принципе, и зато он взял родного своего компа. Этого. Да, Чайного он забрал. Он уже забрал его замок. Ведь без замка сидит. Чайный герой. Откроем. Темку. Пытаемся что-то предугадать. Это зона эта. Крыжа. Один комп. Второй комп. Какие-то вот дороги у меня кусками. Вот кусок какой-то. Вот кусок. Если уж полноценная развилка была какая-нибудь. Вот этот вот двойной выход, он идет, скорее всего, сюда. В эту деревеньку. А вот этот выход. К
Самое единственное, что я еще не увидел здесь проходы без охраны, который показывал бы между смежными зонами. Вот тут какие-то коробочки лежат. Вообще 99 лечей, какая коробка. Тут тоже монолит мутный. Может быть даже... Это же вообще вот сюда зону, в эту. Это не он. Ну что, проверим сейчас этот монолит. Ну и если что, пойдем вот сюда. За коробками. Может быть, где-то магию получим. Блин, ну, кстати, со стрельбой, конечно, я этого ученого взял просто. Чё мне в голову сбрело его Да. Надо, кстати, где-то ртути найти сейчас. Смотрите, где-то взять аж там. На рынках нанимать.
Надо было картонки пошлепать на ходу оппонента. Ну, где он там собирается ходить или нет, что он думает. Пора включать хейтик. Ладно, ход подождем все-таки, а потом уже будем играть. Картонки шлепать. О, это мусорные слитки. А, я до меня только сейчас дошло, что проход, который не охраняется без охраны, был, наверное, вот это вот. То есть тоже, скорее всего, другая зона. То есть это, скорее всего, уже 24-я зона. А 24-я зона, я, возможно, прям на него и наткнусь здесь. И вот этот вот выход, скорее всего, к оранжевому компу. Вот этот вот. Может, и вот этот тоже. Оно не факт. Этот или какой-то из вот этих, может быть, вот это к оранжевому компу. Здесь на болото.
Так, приходит ход. Неделя мантикоры. Параметров суперских не видно. Может быть, уже луна слита давно. 5-9. Шестерочка. Шестерочка. Так, я пойду. Так, продолжаем. Угу. Так. Не полезен обязательно. Это полезен. Тридцаточка. Ну, кстати, может быть, стоило и в ту ворваться. Легко разобрались, надо было и ту брать. Да, знатно не срослась цепь. Ну, как бы не так знатно. Так.
открыть ли эту тюрьму. Не надо. На компьютер, конечно. Какую силу монстров ставят игроки? Ставится обычно сильная, ну, максимальная сила монстров, если только не это шаблон M200, там ставится разная сила, там средняя. Все зависит от карты. Тут вообще что-то непонятное. И комплект. Это получается его коричневый комп, что ли? Это его зона. Ну, пошел оранжевое наступление. Ну, я так и думал, что это от него лифт. Ладно, продолжаем шлепать картонки. Должен защитить природу. Не стоило напрашиваться. Папка юрист уже в легенде. Рассекает. Пока все это по мане. Не хотелось бы, конечно, третий дроп играть, интеллект чародея, но, наверное, придет. О, конечно. Хотелось бы все-таки на третий ход что-то поставить, иначе сейчас поставить, допустим, Огра 4-4, мне будет очень сложно с ним бороться. Ну, поставим элементаля. В принципе, он двоих заберет. Потом еще дракон бы пришел бы, этот бы сыграл губитель. Ну, сейчас что-то меняет. Нет, не стал.
допустим, разменяемся, это будет стоить 4 за 4 урона, да, тоже нехорошо. Это мало. Не знаю, что поставить. Этого плохо ставить. Этого. Ну, вроде не так плохо. Поставил вот этого. Ну, может быть, он лицом заберет, конечно, его. Ментальным техником. Даже размах. Что-то он разошелся. Должен наказать. Как он оказать за это? Фаербол бы был. Интересно. Время. Знание сил. Значит, я вдвое сильнее. Закрыло тьмы. Ух ты. Что же делать? Вот в чем твоя ошибка. Сама природа восстанет против тебя. Время. Блин, не хватает маны. Что же делать? Хватает. Надо было кудесника ставить, вдруг бы он копии дал. Ладно, что-то не хочется и не хэф, и героев играть. Что-то не хочется играть. Ух ты, вон луна какая. 9, 5, 10, 12. Грязные картонки. Да, грязные картонки.
принципе, ничего. Какой боевой магии. То есть все это время тут, оказывается, было можно улик взять. А вот и компьютер наш показался. Пошел нас убивать. Еще этот. Попробуем сейчас гильдию построить. Ртуть надо найти. Попробуем, посмотрим, куда здесь дорога приведет. Ahem.
Thank you.
I
Бля, что он еще ходит?